Привет всем, по заявкам телезрителей, почем мясо в Ташкенте. Я так просто пройдусь, чтобы они не смотрели. В общем, мякоть и 87 тысяч сум, и за 75 можно купить. Это корова, да? Фарш 73 тысячи сум, это считайте, ну, $7 фарш. Мясо от $9 и вниз идет до, даже до, сегодня было, можно до $7 купить за килограмм. Вот, одна курица стоит $3.5. Яйца начинается от десяток доллар 400 и там идет до $2 за 10 штук. Это очень дорого. Но вот если так посмотреть, ну, так курица стоит. Я медленно сделаю. Да, так. Ну, в принципе, как бы я сказала, вот если я посмотрю по канадским ценам, в два раза дешевле, чем в Канаде. Ну, пенсия в Канаде 1300, а здесь су $30, понимаете, да? Один к 10, а цены дорого. Вот. А копченая рыба $45 килограмм. Она с России. Вот. Ну, вот такая цена была на мясо сегодня, да? Не знаю, рыбу я не спрашивала. Это на таком оптовом базаре, как они говорят. Но это не оптово, они тоже перекупщики. А вот икра, это не икра. Она синтетическая, я уже спрашивала. Настоящая икра здесь стоит дороже, чем в России. Что там, до $150 за килограмм. Вот. Ну, в принципе, вот так. Ну, колбаса, я не знаю, насчет колбасы многие говорят, там мяса даже нет, это соя. И я даже попробовать не могу. Ну, вот копченая курица. $6 за штуку, да? О, это козы. Козы стоят $12 в килограмм. Если вам на доллары переведу, если вам легче. Ну, в общем, вот по заявкам телезрителям такая цена на мясо. Всем пока.